Обитателям тайги природа дала все необходимое, чтобы находить пищу в самых труднодоступных местах. Бородатая неясыть живет здесь круглый год, и ей всегда есть на кого охотиться. Зимой мыши и полевки прячутся под снегом, но это не избавляет их от опасности. Неясыть слышит мелких грызунов, даже если они находятся на глубине 60 сантиметров под снегом и на расстоянии до 100 метров. У этих птиц есть усилитель звука. Лицевая часть головы обрамлена жесткими перьями. Она действует как спутниковая тарелка, улавливая звук. Полевка копошится глубоко под снегом. Мягкие перья неясыти с зубчатыми краями делают ее полет бесшумным. Посторонние звуки не помешают найти добычу. Ничего не подозревающая полевка – легкая мишень. Зимой бородатой неясыти нужно съедать по 7 грызунов в день, чтобы выжить.